Продюсер Валерий Комиссаров 18 лет назад создал телешоу «Дом-2». Теперь он запускает новые проекты про животных. Значит, 1 февраля открывается первый кошачий и первый собачий на просторах интернета. Это не «Звериный дом-2». Может быть, похоже лишь тогда, когда кто-то начнет грызться друг с другом. Но прямые включения будут стримы, кошачьи и собачьи сериалы, рассказал Комиссаров. Ну, это только люди говорят, что дерутся как кошка с собакой. У меня, например, животные, кошка с собакой, спят чуть не в обнимку в собачьей будке и ходят друг с другом вместе по двору. Так что это только говорят так. Вот теперь я, наверное, тоже буду снимать свою собаку, кошку. А мне еще прислали знакомые ролики про своего котенка. Они не публикуют их. Вот, наверное, я начну публиковать эти ролики про их котенка. Так что у меня тоже будут красивые ролики с кошечками и собачками.